брата. Первый год вместе был потрясающий. Конечно, можно объяснить это наивными надеждами или сказать, что это была просто прелесть новизны. Но даже сейчас я чувствую, что между нами было нечто особенное. На пляже ты остановилась рядом с парнем, он торговал полированным кварцем и гранатом. Я удивился, что тебя привлекают такие штучки, а ты просто усмехнулась. Туда, так вот сюда. Интересно. Мы рисовали предметы и места, реальные и воображаемые. Экзотические уголки, идиллические пейзажи. Нам были открыты все двери, оставалось только выбирать. Так, здесь он меня не кидает. Было, а нет, сюда нам не вынести. Дотягивает. Может, я влюбилась? Что? Ох, я думаю, что люблю тебя. Думаешь? Да, в смысле, да.
Как положено отвечать? Ну, можешь сказать, и я тебя люблю. Что? Но ты не сказал, я тебя люблю. Ты сказал, думаешь, что любишь. А сама хочешь, чтобы я так прямо сказал, я тебя люблю тоже. Да ты не обязан. Я в ловушке. Я тебя не заставляю. Просто высказываю, что думаю. И очень мастерски. Майкл, я только говорю, что думаю. Думаю, опять... Как ты хочешь, чтобы я сказала? Не нужно ничего говорить. Я не хочу, чтобы ты говорила то, что еще не готова сказать. Но я хочу. Ладно. Я люблю тебя, Кензи. И я тебя люблю, Майкл. Сюда нужен красный. Так, нужен маленький красный. Привет, подсолнышек. Привет. Знаешь, что я хочу? Что? Альбомный холодильник. Не понимаю, о чем ты. Это я сам только что придумал. Но знаешь, все холодильники такие высокие, узкие, в портретной ориентации. Если что-то на нижней полке, надо нагибаться, скручиваться, заглядывать туда согнутым, так что в итоге ничего туда и не ставишь. Ого. А теперь представь себе холодильник в целом того же размера, но на высоте стола, горизонтально. Все удобно, все под рукой. Не нужно наклоняться. Ботан. Но ведь это разумно, разве нет? Да, ну куда ты его поставишь? Он же в кухню не влезет. Но это ведь кухня нашей мечты. Ладно, а знаешь, что я хочу? Что? Дом нашей мечты. С этой твоей кухней нашей мечты. Но это само собой. Нет, послушай, знаешь, чего я всегда хотела? Дедушкины часы. Да, но эти штуки громкие. Я имею в виду, для городской квартиры они совсем не годятся. Да, но я всегда представляла себе, как буду жить где-нибудь за городом. Серьезно? Несколько акров земли, рядом лесок, далеко от дороги, тишина. Чтобы зимой снег, но не слишком много. О-хо-хо. Большое дерево во дворе. Стоп, это же просто одно клише на другом. Надо еще забор, штакетника, собачку и котика. И детки, 2.5. Ладно тебе, это ведь дом нашей мечты. Я понял. Но знаешь, мне это нравится. Собачка и котик. Майкл. Так, за ними я не поспеваю читать. Перевод. Нам надо этот вытащить. А этот забрать с собой. You said you miss it.
Я все равно не знаю английский. Так, хорошо. Так, перевода нет. Видимо, забыли. Так, это нам надо. Куда мы начинали? Так, у нас почему-то закончился период. Увидел. Так, видимо, не отсюда. Хорошая церемония. Ага, особенно тот здоровенный кубок, из которого... И хорошо, что на ней не было. Почему? Все эти вуали, пока смерть не разлучит нас, это же как ужастик с привидениями. Сразу мысли о призраках. Мне нравятся призраки, я бы, пожалуй, не отказалась им стать. У, кого ты будешь преследовать, когда помрешь? Когда помру? Вот станешь ты призраком. Может, я просто хочу летать над океаном? Стремительно так. Серьезно? Где именно? Над всем океаном. Метаться над ним, широко раскинув руки. Я не хочу представлять кого-то конкретно. Просто летать над океаном. Ну да, распугивая чаек и тварей морских. Интересный вариант. А ты бы кого преследовал? Ну я, если помру раньше тебя, то хотелось бы гоняться за тобой. Будешь стараться меня напугать? Нет, просто вот я буду разливать твой кофе постоянно. И ты помер, и кофе разлился. Мой худший кошмар. Ой, правда? И это твой худший кошмар? Майкл, а? Я серьезно, даже не знаю, что бы я делал без... кофе. Субтитры не вернулись.
поднялись мы туда же. То есть мы забрались вот сюда. Интересно. Так, что дальше? Мы, наверное, странные. В каком смысле? Потому что вместе рисуем картину? Ну, потому что вместе рисуем картину в парке. Еще и вишенка. Да ничего тут странного. Уверен, так делают многие известные художники. И кто знает, может, на этом самом месте... Ой, уже пора идти. Вечеринки Холли в честь Дня Независимости. Такое нельзя пропустить. Да, верно, подмечено. Ладно, давай сворачиваться. Я только... Я имею в виду, вечеринка — это здорово, но мне не хочется заканчивать. Мне тоже. Может, все-таки не пойдем? Останемся в парке, будем рисовать? Ага. Я к тому же, что это, пожалуй, лучший и в моей. Зачем бросать тебя ради какой-то вечеринки? Пусть это длится вечно. Напишешь Холли, она поймет. Я люблю тебя, Майкл. Люблю тебя, Кензи.